В Тернопольской области правоохранители раскрыли жестокое преступление. Там арендодатель убил 67-летнего пенсионера, который снимал у него жилье. Сначала мужчины дрались, а потом хозяин квартиры взялся за нож. От полученных ранений пенсионер скончался на месте. Но обидчик на этом не остановился и отрезал мужчине голову. Впоследствии правоохранителям стало известно, что хозяин квартиры страдает психическим заболеванием. Во время обыска следователи обнаружили в его квартире немало видеоматериалов со сценами физического насилия.